Всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун здесь. Значит, позитива, друзья, обязательно выше окна. Мы продолжаем проходить дополнение к игре «Просто вытащи меня отсюда» под названием Yellow Face, то есть «Желтое лицо». Мы должны узнать судьбу этого персонажа, да, и найти Элиаса, наказать его за убийство нашего сына. В общем, тут все очень закручено. Так, что я могу делать? Ничего, я могу только ходить. Но здесь подозрительная урна. И мусорный сок вытекает из этих мешков. Вонь жуткая стоит. Что? Что там за наверху четырехрукое нечто? Жесть. Это не Слендермен там? Случайно. То мало ли что. Что? Кровь вытекает из этого контейнера. Жесть. Фото пропавших детей. Эй, кто-нибудь видел этих деток, друзья? Кто их может похитить? Хотя, там был Слендер, а здесь пропавшие дети. Да? А может, я просто накручиваю себе? Опа. Еще больше пропавших детей, но там какая-то морда жуткая. Видали? Клоунская, да? ТБР? Что за ТБР? Что бы это все значило? О! Убийство! Как долго ты ждал этого момента? А, это, наверное, что-то вроде флешбека. Именно так убили моего сына. Месть очень странная вещь. Ты готов на все, чтобы наказать кого-то за то, что он с тобой поступил несправедливо. Она поглощает тебя изнутри. Ты становишься рабом своей цели. Ты готов на много других плохих поступков, лишь бы наказать того, кто делал такие же плохие вещи. И тут назревает вопрос. Вы уверены, что хотите опуститься на самое дно, лишь бы ваше эго было довольным? Ты готов стать тем, кого сам ненавидишь больше всего на свете? Ха, Генри сейчас ничего не слышит. Он обезумел от мести. Его ничего не остановит. Так забавно. Когда кто-то знает нашу цель и обещая нам помочь достичь этой цели, мы становимся уязвимы к манипуляциям. А кто такой Генри? Долбаные марионетки. Опа. Здорово. Ты... Воу-воу-воу-воу. Чу-ч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 у. Ты Элиас, да? С тобой что-то не так? А, это Создатель. Привет, Создатель. Упс, видимо, где-то произошел баг. Сейчас мы узнаем, что случилось. Идет поиск ошибки. Ошибка найдена. В первом уровне появился человек... По внешним отличиям, это Элиас Брейнлес. Вау, я не думал, что у нас получится поймать самого Элиаса. Да, я тебе немного наврал. Я всего лишь манипулировал тобой. Этой игре нужен человек, иначе игры не будет существовать. Поэтому ты здесь. Кстати, насчет мести, извини, но Элиас мой. Он мне нужен для личных целей. А ты мне больше не нужен. Я могу просто удалить тебя, стереть навсегда. И уже никто не найдет тебя. Но у меня есть более интересная идея. Пока Элиас возится на первых уровнях, я дам тебе шанс выжить. Давай так. Если ты одолеешь меня, то ты останешься в живых. А если ты проиграешь, то я уничтожу тебя навсегда. Вот это, блин, выбор. Я держу свое слово, в отличие от Элиаса. Поэтому можешь мне поверить. Итак, поехали. Вот это рожа. А что мне делать? Просто уворачиваться, да, от его выстрелов? Ух ты, ракеты. Чувак, ты как-нибудь поаккуратнее там. У тебя торпеды как бы летят с неба. Так, окей. Ну это почти как, вы знаете, с сердечком мы играли в оригинале, да? Как в Undertale. Но здесь... По сути, тоже сердечко, только вместо сердечка играю персонажем. Бам.
Блин, это прикольно. Так, а где мои ХП? Любопытно бы мне узнать. У меня есть ХП? Вообще такое понятие, как ХП. Ну ладно, будем надеяться, что все у меня хорошо. Блин, музыка прикольная, друзья. Так, видимо, это только начало. Сейчас будет кое-что пожестче. Ау! Эта хрень меня оглушает. А, ну двигайся ты. Под этим камням лучше не попадать, камням. Потому что они могут меня оглушить, и я потрачу еще много хп. А еще лучше не попадать и в ракеты тоже. Все. Чем больше меня ранят, друзья, тем больше у меня красной этой крови на экране. Да? Она будет постепенно расти и мешать моему обзору. Но мы должны победить. Ау! Оживай! Оживай! Черт, я же не зря проходил капхэд, чувак. А вот так вот все бывает, друзья. А все почему? Потому что я замешкался. А надо мне не мешкать. Так, ну все, 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 мы уже это с тобой обсудили уже все, да? Так, почему нельзя пропустить ролик? Боже мой. Бро, почему нельзя пропустить ролик? Все, поехали. Короче, нужно всего лишь 2 минуты прожить. Это же не так проблемно. Всего лишь каких-то 2 минуты. Так, новая стадия. Учащение его. Чем он вообще палит в меня? Карандашики желтые? По-моему, это какие-то желтые карандаши. Или фломастеры. А, нет, это больше похоже на мелки. Да блин. Главное не попадать вот в эти камни. Камни самое зло. Если пару раз попаду в мелки, то это фигня. Но вот попаду я в камень, эта хрень меня оглушит на очень долгое время. Я буду огребать по полной программе. А, так и бомбы могут меня тоже. Нифига, бомбы тоже могут меня оглушать. Бредятина какая-то. Почему все могут меня оглушать? Всего-то минутка осталась. Давай, чувак, живи. Будь так любезен, поживи еще 40 секунд. 40 гребаных секунд. Ах ты. Давай, 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 давай. Двигай жопой. 20 секунд. Десять секунд. Пять, четыре, две, одна. Все, ноль, 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 ноль. О, боже. Было весело, так ведь? Ладно. Ты переубедил меня. Ты останешься в живых. Ну, спасибо. Ну что, доволен? Тобой играли, как в какой-то дешевой видеоигре. Господи, какой же ты идиот. Который уже день? Я забыл уже. Ха. Сам виноват. Месть затмила мой разум. Я теперь просто разговариваю сам с собой. Такое чувство, что кто-то подслушивает. Творитель? Элиас? А, это ты. Так, подожди, это главный герой, которого, видимо, которым манипулировали. Вот он ведет монолог и говорит, а, это ты, это, наверное, про меня, про игрока, про Нептуна.
Почему ты ничего не сказал об этом? А я откуда знал? Я понимаю, ты сам был пешкой во всем этом. Ты не знал, да? Вот именно, я не знал. Не мы основная цель Творителя, а такие, как ты. Он питается вниманием людей. Он обожает быть в центре внимания. И ты даешь ему то, что он хочет. Он обманул нас с тобой, и мы оба поплатились за это. Мы отдали ему время. Ты, может, отдал немножко, а я... Я отдал ему свою вечность. Творитель очень хитрый. Даже сейчас он использует меня, чтобы говорить вам это все. На самом деле, это Творитель. И ты всегда был у меня на прицеле, что? Эй, Творитель, мать твою, ты не перегибай палку. То есть, желтые лица, да, этот чувак, за которого мы все время играли, это и был Творитель? Я скоро захвачу вас всех. Жди меня, малыш. Ах ты, ублюдок. Какого хрена ты делаешь? Ты не можешь быть таким коварным. Все? А я тебя победил в полной версии игры, так что не это. Не выделывайся здесь. Желтолицый, блин. Так, ну вот такой вот DLC, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Было довольно непросто, но мы оставили, видимо, финального босса, да, на еще одну четвертую серию, которую мы благополучно сняли. Но, тем не менее, мне понравилась игра, очень хорошая. Но все же, друзья, все же. Хоть мы и прошли DLC, и... сюжетку. Давайте посмотрим, какие есть ачивки. То есть я собрал большинство, но не собрал и три штуки. Первая, вторая... Одна ачивка, наверное, будет за сбор всех монеток на первом уровне, помните? Там уже жесть была. Там их очень много, этих монет. Я их запарился собирать, поэтому забил. Но, возможно, ачивку я получу, собрав все монеты. Понятно. Блин, У меня курсорчик пропал, я его не вижу. Давайте перезагрузим тогда. Еще, знаете, я хочу что посмотреть? Аллею славы. Ну-ка, что там? Альфа-версия Аллея славы. А, то есть это альфа-версия. Меня зовут Нефилим. Я прошел эту игру на 100%, менее чем за 12 часов. Ну и как впечатление? Я тебя, блядь, ненавижу. А спасибо за ваш отзыв. А, он этого чувака ненавидит. То есть этот чувак, он прошел игру когда-то давно. И он знает, что вот главный герой, за которого я уже играю, да, сейчас, он и есть само зло, он подставил. Поэтому вот этот игрок, который прошел, да, он меня ненавидит. Ну, и еще бы. И все? Я хочу, чтобы здесь был Нептун. Меня зовут Нефилим. Я хочу, чтобы вместо Нефилима был Нептун. Я прошел игру за 4 серии и собрал для вас множество просмотров, и больше людей узнали об этой игре благодаря Нептуну. Это же круто! Да? Так, ну, теперь действительно, друзья, мы полностью прошли игру и все посмотрели. Ну, не считая трех маленьких ачивок. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх, поддержите мое прохождение. Непременно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. Всем добра, всем позитива и здоровья, друзья. Всем пока-пока.